Вы приехали с всей семьей в 1994 году, да, в Москву, насколько я помню? Да. Вы приехали, потому что работа кого-то из родителей привела в Москву, или вы приехали делать карьеру? То есть семья привезла дочь? Нет, я вообще не карьеристка, никакую карьеру я делать не приехала. Нет, могли родители, вы знаете, очень многие родители. И мама у меня, да, нет, конечно, благодаря маме я пошла заниматься танцами, музыкой. Это она как бы сделала первый шаг. А не хочешь ли ты, доченька? Я сказала, да, хочу. Угу. Дальше никто меня уже не заставлял, мне просто нравилось. А переехали мы, потому что мой брат не поступил в театральный институт. Он вообще 3 года поступал, и не поступил только с 3-го раза. Его гнали в шею, говорили, что, мальчик, куда вы вообще идете, по вам плачут заводы. То есть вообще вот, ну, в этом смысле у меня достаточно все легко давалось, как бы, да, как кажется на самом, ну, с первого взгляда. Мне потом все равно пришлось за многие вещи платить. Но у него наоборот все, ему было все очень сложно, он думал, что он сейчас приедет и, значит, ногой откроет дверь, его все возьмут, а его никто не брал, и, в общем, он не поступил ни в один театральный институт, и он решил остаться в Москве, пойти на курсы, где-то работать, готовиться для того, чтобы поступать на следующий курс. Просто с ним мама переехала поддержать брата, папа долго не хотел и оставил меня с собой рядышком. Думая, что все-таки, в общем, ну, такой был момент манипуляции. Полгода я жила. То есть он рассчитывал, что все-таки супруга, что ваша мама вернется. Ну, что-то все-таки мы все вернемся, потому что в определенном возрасте тяжело так менять место. Ну, потому что надо было работу ведь найти. Это тяжелое время было, 90-е. Довольно-таки тяжелое, да, было очень тяжело. Я помню, как папа приносил шоколадку Сникерс, я ее так делила на маленькие тоненькие полосочки, кушала по одной. Ну, правда, то есть, ну, было тяжело очень. Мама не работала, папа зарабатывал в то время совсем очень мало. Это уже когда в Москве мы были. В общем, в итоге папа не смог без мамы, мама не смогла без меня, я не смогла без мамы. В общем, все мы переехали в Москву. Вот. Жили несколько лет в Мытищах, я ходила в обычную школу, жили около станции. Вот, и ездила я в хореографическую школу при Театре Луны как раз. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».